Всем привет, ребят. У меня цыплятам уже ровно месяц. Сегодня уже 28 число. Вывод был у меня 28-29. Напоминаю, у меня вот разноцветные здесь цыплята. Это из моего яйца, из крупного. А здесь черные — это мараны. Бешеные какие-то все. Я не понимаю, почему они так себя ведут. Раньше у меня таких цыплят не было. А здесь у меня ухайлюшки. Месячные цыпы. И ликбара. У меня здесь три мальчика. Вот сейчас я хочу взвесить, сколько весят цыплятки. Ноль. 331 грамм. Сейчас я беру еще какого-нибудь цветного вот. Ой, крику, сколько крику. Ноль. Кладем. 415. Но это для месячного даже очень неплохо. Это мясо яичное получается у меня. Так, ну и вот такого пёстренького возьмем. Что-то прям хорошо вообще весит. Хвост убирай. А нет, 360. Но вес неплохой для месячных цыплят. Даже очень неплохой. Хочу сказать, есть покрупнее, есть помельче. И сейчас возьму маранов, взвешу. Для интереса. Это мараха. 400 грамм месячный маранчик. Ну и хватит кричать. Вот это прям гигант будет вообще. Хороший мальчик месячный. Дерутся они, 460. Вот смотрите, они что делают. Вот что они делают? Выщипывают друг у дружки. Вот смотрите, лезет перо, а они выщипывают. Скученность или что-то, я не понимаю. Пойдем. Вот марашка. 260 грамм. Ну, это девочка, наверное. Это, наверное, девочка. Ну, вот это парень, наверное, будет. Смотрим. 360-370 практически. Они вот тут бешеные, как не знаю что. Друг по дружке ходит. Вот некрупный тоже. 400. Нормальный мараха. А вот маленький совсем маранюшка. Маленький-маленький совсем. 240 грамм. Месячные мараны. И теперь сейчас мы взвесим ухайлюшки. Опа! Сам упал. Да что ж. Двести тридцать грамм. И как их взвесить? Сколько? Да глянь. Вот не зря говорят, бешеные маран. Ой, ухайлюшки бешеные. 260.
240. Двести тридцать. 270. 300 грамм. У хайлюхи бешеные. Вес у них вот такой. Это ликбары. 330 грамм. Наверх. А то они с ума сойдут с ними. Второй ликбар. 330. Пойдем наверх. Пойдем, пойдем. 3-й ликбарчик. Как бройлер прям. 450 грамм. Пойдем, мы хорош. Да, все. Ликбаров я посадил наверх. К маранам. Корма у них всегда достаточно. Водичку я им наливаю. Но непонятно, почему-то они, видно, у кого-то пощипывают перо. На крылышках выщипывают перышки. У некоторых, я вот смотрю, вот у мальчика выщипанные вот перышки. Вот у этого слегка пощипанные перышки. А некоторые цельные, пожалуйста, вот. Целый совершенно. Маранчик. Ну ладно, будем смотреть, что будет дальше. Сейчас я пойду воды налью им. Перестаю их мучить. А то истерика тут, особенно у хайлюхи. Все в панике. Вес хороший, я считаю. Ребят, прошел месяц, кормил я их и кормлю комбикормом Пурина. Где-то недели две назад я начал подмешивать кукурузу дробленую им. Сейчас я 50 на 50 кукурузу дробленую и комбикорм кормлю. Рост 2 уже. Вода и сухой корм. Травки никакой не давал еще, ничего не давал им парикорма никакого. Но дам, наверное, по чуть-чуть капусту. Все шуганные. Я так понимаю, они шуганные, потому что здесь поликарбонатное стекло. И ко мне они не привыкли. Потому что такой паники у меня не было ни у одних цыплят. То, что непрозрачные дверки. Прозрачными дверками у меня такого не было. Ну ладно. Ну тем более у Хайлю вообще. Паника в глазах. Черные куры-то вы мои, а? Черные куры. Вот они. А эти двое тут забились. Ну ладненько. Водичку наливаю. Вот такие у меня сейчас поилки. Пенопласт, вот я еще не до конца упенопластил, вот второй слой вот здесь и вот здесь остался. Но здесь очень тепло, вот. Вот раковину ставлю уже. Стоит, все, смеситель. Осталось только вот подключить воду, провести и в канализацию воткнуть трубу. Вот будет вода у меня здесь. Проводиться будет поверху, чтобы было тепло. И там уже будет в трубке заизолированная водопроводная труба. Вот такие результаты по птице. Я доволен. Прекрасно можно растить их зимой, без солнечного света. Но не забывайте, в поилку я кладу ундевит. Там комплекс витамин. Одно дрожже на бутылку кладу по утрам. Иногда через день. Иногда два дня кладу, один день не кладу. По-разному. Но, в общем-то, прекрасно. Цыплятки растут, вы видите. И вес хороший, и состояние у них хорошее, прекрасное. Лопастый вот такой. Ну, не у всех лапы оперенные, не у всех сильно оперенные, хочу сказать. Посмотрим, что вырастет из них. Из маранчиков.
Но вот этот мне прям не нравится. Что-то его это дерут, щипят. Но здесь нет никаких паразитов, это 100%, потому что брудер новый, совершенно чистый. Это что-то они, видать, выбивают, друг у дружки выщипывают. Вон, 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 сидит он и чешется. Не все же, только у некоторых. Пока-пока, до следующего видео. Удачи всем!